Mamiç berdeydik kayına. Тебе, тебе туда вошлись. Шочен ты втрай у моей пушенге, куе, уж да, куе? Вот куешь, красаря, кончался, куешь, мам, он чипта, он чипта. Ведь, смотри, самый, человек, их борбочет некогда, их борбочет. Ты покшел, можу, пушенгу, рыду же, ты да мне марел, штился, мари, самый, чулна. А ты, 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 ух, ты вертушка, кая, уж да, ты, ты, эрвел, мари, самый. Ты, кишгира, кукшу, башкириш, ты, шукурака, не лад. А ты, кишгира, кукшу, имал, не лад, ты, ты, пермский день, Свердловский край, Мариша мать, легенда, легенда, вот, такая куе, ты до места лан шочен. Анда вот он чался без велки, еще куе там еще майлы, тоже кончался. Толда, ты птиды куэдяке, ты птиды куэдяке, солда, йода, ладно, мерда кюлэш ванэдэ. Вот такая ему, такая птиды места же, бержа такая линда умай. И куэ он же птам, кэмэ такая Мариша мучулна, да, их боргуш легше. И адак такая можу ловет. И ожно то, что мамич бердеже ку нам, вот легенда поштек, тут он то, что бержа линда, тут он линдимнан. И он чеза, туда ты тебе лагачен, он чен ты как шан уж, да? Ема, то что как шанка я. Он бал на пасу, тебе самый-самый мучаш ты коешь, ты сернуский трак. Ты то, что ты не коешь, юшка. Ты ты поселок юбилейный. Вот, а так, мог ты на яло, да? Керде, керде. Керде мут вишлекта, меч. Вот трай его. Мож, ну и веришь ты, мом стаж есть, и мом стаж ухли. Весь канал, кей кусту кайда, кей кусту кайда. Вот, ты чё драшка толм да, чё драшка полома да, чё он дешётся. Чё драй узады чё, ты чё драшка пураш не ешь уке. Понгом пугаш не ешь уке. Если ты им шудом погодя, им шудом почему да, чё он дешь, там да, чё он дешь, им шудом лечь чмом. Ты ман не лечь иднал им шудом, мы тем им лан налам. И чла и данал, и к нам хоть чё драш кайда, хоть колку чаш кайда, хоть чё драш кайда. Чла и данал, ходу да, чтоб туда тоже старал же. Ушенгам руам да, он меч манда лук ушенгам шо. Вот такие, Мари, самочек, ордо чела такие таренет. Приятно, как ты.
жить райский. Ну, можно когда-то. Талешки тиде калык герой, тудышке почешыже калыкым вӱден наҥгаен кертеш, тале айдеме. Кажне калыкын историйыш кодшо национальный геройжат уло. Мари калыкын патырже шагал огыл, тиде Мамич Бердей, Акпарс, Акпатыр, Чумбулат, Болтуж, Онар да Мулат. Мемнан ушанке мландыште верланен, Мамич Бердейлан чап кӱ. Тиде шнуй верыш, мари калык, игычиеш, шукын толык. Тиде чоным куандара. Ирейда Степанова, Мамич Бердейлан. Моткочак шучко сар, куралын мариелым. Пыштенет шука вуйыштым тунам. Мамич Бердей, да моло патыр оным. Мондаш огеш ли нигунам. Чоным ижеш, ош куэрлан, кундемыш. Мамич чонгаш миен толаш, кумдан волгалтше кукшо верыш, кугезе оным шарналташ. Айста талешкым шарналтен, сортам чиктена, вуйнам савена. Мутым пуэм Виталий Кудрявцевлан. Ош поро кугуйко, каче, улу мари калык, мари талешка кечем пайремра. Меат теве, улу мари калык, тышке, Мамич Бердейым шарнымы кӱдеке толынна. Те, шке жапыште мари калык верчын кредалын шогенда, эрыкшы верчын, йылмыжы верчын, калыкшы верчын. Тыгак, кугу ача мланде сар годым, мемнан мари калык, мемнан элна манлен. Кызыт те, мари калык, СВОшто, шке вуйыштым, кеже вуйыштым пыштен, нуныжо чыланат знакыште лийышт. А ке кызытат кредалеш тушман ваштареш, мемнан эрык верчын. Нунлан олина, тек ош кугу пуро юмо, тек мемнан талешкышамыч нунлан аралтышым ыштен шогат. Ош кугу юмо, таче пиал шыргыжаны тендан ончылнытыште тындалышке кечын вуйым саваш, Мамич Бердей он. Нин ончылнет таче тыгай йодышым колтен шогена. Мемнан эл, кугун эл пагытым илен элдара. Тиде кузе пагытешыже тишке мари калык верчын, мари кугыжам чоҥаш шонен пыштенат. Мемнан кезер уло калыкнан кугыжанам кыстырен налнешт. Тудо кыстырмаште ме вуйын шогена, мемнан эргылак вуйын шогат. Тыде кучедемаште мыланна вийын вуйын шого. Кузе шке пагытешыже, шке кугыжа погаш да чумыраш шонен пыштенат. Туго чого шонымет шуын мари калык эрыкан ила. Кызда тыде эрыкнам саклен аралашлан мемнан верчын, мемнан йолташна-влак, изяна, шольына, ачана, кучедалыт тушман дене нунлан сеҥымашке лекташ йӧным ыштен шого. Пуля дечынат, снаряд дечынат аралтышым пуэн шого. Кид пурмыштым пеҥгыдын ыштен, шинча пылышыштым пӱсын ыштен, чоныш волгыдым даяндар. Тек тыды сарын шучкыжо чонышкышт пижын ойыштыл, волгыдо эре чонынак, сай кап кылденак, сай шонымаш дене поро яндар куштенны толын, пеш кесын йӧрымат йӧрыштышт ончыкылыкым чумаш йӧным ыштен шого. Мамич Бердей нунлан йӧным вуйын савен шогена. Мой
ила поштек мутым тыге пуйна. Кен кумужу мутым ойлаш уло, тышка лектеш, кё умужым шке улу калкан уля, и шону мутшым пелешта. Вот, пожалуйста, мина тыге мана, демократичи мана. Кен ойлышаш мутжуло лекса ойлыза. Унижа. 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 Погалым туным шевлак, иннан он чеколокна. Значит, чинак, моткочат кузу, иннан марикалок отварим. Марита лыжки кечет. Это значит, ты до кечет, и мы шарды нашки нам кубе знавала. Ты ведь каждый наш шарды на сейшку уши, иннан талышка на влак. Тек ты талышка кечет, иннан иктеш уша, да вик ватам поен шога. Челадама пиде парем, дина саламлем, тек ты парем на кугу, кужу лиже, да, кугужанаш парем стал. Мой Наталья Пушкина ула, Мария Кугужаныш погынын депутатша. Таче Мари талышка кечым палемдена. Тыгналнул нашым шагатер гычынак Чавайн вымеш, Чавайнын памятникше дене. Юр юреш, но ке шкенжым Мари семын нужен, ке Мари пашам виктарен шога, ке шкежым Мари семын шижеш, тудо таче шым шагатер дене лектын. Вуйым савен пеледышым пыштыш. Таче тыга как моло, морко-влак морко талешке-влак деке, шернур-влак шернур деке, юл сер кундемысе тале земляк-влак шке еҥышт деке каен, вуйым савен каласен пелештеныт. Тыга как таче Глезденёв дек скверышке миен, вуйым савен пеледышым пыштышна. Таче талешке икен чапле мотор пайрен. Ме таче ончыл еҥ-влакым ке шкеныштым чаманыде пашам ыштеныт, калыкым чумырен ончыко наҥгаеныт, ке республикым чоҥен, ке сылнымутлан негызым пыштен, ке мур сем аланыште тыршен, таче нуно-влакым чыланат шарнена. И каласен кодым шуеш, тек умбакыжат, мыланна викуатым. Йӧным ыштен шогат. Ме шарнена, а кӧ шарна, тудын ончыкылыкшо уло. Мый моткочак ӱшанем, таче тыште самырык еҥ улыт, йоча-влак. Тендан кидыште моткочак шуко. Моткочак ӱшанем, те умбакыжат Чавайнын, Мамич Бердейын, Болтушын, Иван Петровын, Владимир Мухин, Тимофей Евсеевын, да моло-моло-влакынат пашаштым. Вот тыште шогышо ончыл еҥ-влакын пашаштым те шуяш тӱҥалыда манын моткочак ӱшанем. Тендан кидыште мемнан ончыкылыкна, мый моткочак тидлан ӱшанена. Талешке кече дене айста чыланат пырля икойыш шуын, пырля умылен, пырля иктеш чумырген, марий калык верчын пашам тыршен ышташ тӱҥалына. Пайрем дене! Мари Йомызлан, пеш кугун адырым пыштыше, Майор Шкетан, Степан Кузьминых, Римма Русина, тачысе тӱвыра организацийлаште, кажне тӱвыра пӧртыштӧ калык мур ансамбль куштымаш, таче школлаште, неурочный шагатыште, Мамис Бердейын илыш корныжым, историйыште чаплын адыр пашажым йоча-влак пален налыныт. Таче вне класса мероприятия, тут нерген един урок эртен. Ме кызытсе мир каҥашын еҥже, Марий Юмын туныктышо-влак, шкенан районышто икшыве-влакын, тунемше-влакын, шкенан йыланам, тӱвранам, йылмынам, аралаш, берегаш, йӧраташ туныктен шогена. Кертмына семын таче мена школлаште Марий Юмын ик уло. Ӱшанен кодам. Умбакыжымат кумло ий ожно тӱҥалме пашам вӱдыш огеш кай.
Нам кажне школышко, кажне ще задачка Марія Мукутова. Каже, що гізі жахен кишнен, но май пален, і шанен, і бучем. Та ці сі ще влад, ти теж китован. Он би каже, мать, Марію мадам, кучадан, ковадан, кугезу ковадан, йомштан, чинчі сімен, переген, аралина пленшу гуза. Tukum gus tukum is kusnese, in zone, in motor, a baš je odem porme Mariju mana. Kies kun moja kater teže, Mariju šomar, šim što da još je još vlad, to anda vi kuatam kurže, šuć me jel dam, a čava dam, pa galaš je rataš, i rešar nižu gaze. A moj, pešet je radinem Mariju mam, i pijalanula, i murmučka je ratame pašamštinam. Науна и район школаште Мариумом Тунукинам. Кумли ики штем Тунукном Белкаште. Над Бичевой ладен профсоюз организациям района школы, райкомным. Ин юратами, ин сцену ашотном почелом утен, дудам гон, еле шо данал. И да шиктаре, Мари Йолма. Когда шугешки туда мимо лан, вид ёлме, калакан поянлы. Шарнашки лэш, лачтидым чалалан, литай помезе, я таглай пашазе. И двожу тэй марлавый лэш, и кугуе, я сам рэк помезе. И лэш тула, ёлметым дьем даш. Он кертит лаласкан, мэй скрен, кузе ёлмемам лок то патарат. Пиле марла, пиле рушла шумак дьем. Ала мугай, лапашиста врат. И да шиктаре, Мари Йолман. Каргашу гешкел туда мне молан. Весь Йолман, калыкан паянда. Шарнашки лишь, лачтидан члалан. Мари Тевран, Мари литературан, Йолман. Пешку гнадарам паштыше Мари Талешко влакам. Хорын шарналтен, илыше калыклан, юмо тек вид куатым план. Чытымашым, ласкалыкым, порылыкым, икте-вече деке пагалымашым, да, йӧратымашым. Тек тендам икшы вода влад, кугурак влаклан, ача вода, лишо пашкулда, йӧратат, пагалат, паклат, алал лиже. Извините. Мый Кудрявцев Игорь улам. Мариюшем мер организацийын вуйлатышыже. Поро кече лийже, поро лийже тыланда самырык-влак, йолташ, коллега-влак, марий-влак. Ӱжмӧ почеш уло кумылын тиде шнуй верыш толынна таче. Мемнан йолташ-влакна таче шуко верыш лектын улыт, тачысе Мари Талешке кечым палемдаш. Чоткар патыр верыш лектын улыт, тошто шуко еҥ-шамыч улыт. Наталья Ольош шуко районлаште улыт таче мемнан йолташ-влакна. Нуно даже пелен кольмо-шамыч, крапля-шамычым налын улыт пелен, йытыраяш, эрыкташ, благоустройствым изиш ышташ, сай паша. Но эн тӱҥ вашлиймаш таче тиде полтыш курыкышто. Именно тачысе кече дене кылдалтше кече. Тошко шуко Кундемла гыч, Башкирий гыч, Кировская область, Татарстан, Удмуртий гыч и Мариэл гыч делегаций-влак лектын улыт. Сценарий, ну, кече почеш полтыш курыкышто, вара администрации, районысо администрации дене пырля библиотекыште конференцийым эртарат, экскурсиям, сае мероприятий таче, судат, тустат. Но, чынжыма коляшкын, нелеш и данал, ме, марий-влак, тиде кечым все-таки начар палемдена. Очыни, тиде кечеш аламогане весе смысл, англамашым пурташ кюлеш, ведь и ожнусы жапыште и таче кече марте шуко талешке влак улыт. И тиде ожнусы талешке влак, курым ончыч илен улыт, просветитель влак,
ветеран влак, таче СВО, что улшо, патер влак, ну над талешке улов. Сандене очень мланна активист влаклан, мер пашаен влаклан, шонал таш сайн клюш, чтобы тиде кече кукужаныш кече палемдалче але. Патриотизм нерген кезет шуко мутом кучелтайна. Юляндым юраташ. И не леши данал, если мэй кезет йодам пендандыч ик муром йонгалтараш, тагане мари виян мура. Не леши данал. Микрофон уке, очени лиеш. Полшина. Полшина гэн. Тиде огыл. Шенгек. А все. Адак. Историям шамлашкам, йолташлак, мари калакан тюрлы жапышты тюрлы илыш, але нелелык шукужа лийн. И тачак ожнысы жапкыч, агрецы жапкыч, мемнан кугезе тукамын алуганет тургужланышы юксавышы нуну колтат ланна. Мемнам пайлынат пелыгыч, тюжем ужашлан шелынат, да падаштынат тагадан пуракыш саварен. Ме тюнгын лекна телыгыч, рок лавараште келынат, паленна, она четаган нелеш шемазарен. Вара ош эрым шолыштын, йолташла койын шойыштын, оптен ернажым кумыжым когартыш тул елмеш. Но ме вет илашак шонышна. Осалым шкенжым тодыштна, кеч шочынам тек нунужым ши эрык ӧндалеш. Ме мурышна, но ме йӱлышна, но волгыдым. Ме мурым шортна йоҥгыдым. Мемнан деч лӱдӧ-лӱддымӧ сеҥалте эн виян. Кӧ тошкыш лие йолдымо, кӧ йысландарыш чондымо. И дали те же лимдолме, огеш ли тек зиян. Те, шнуй пиртисан игаже, те лимогожен имаже, кугезе тума укшо, что чаткалышташ влак те. Мемнандыч налза шилышым, тизатаза у илышым, ушнен ойнажым ушо, что те илыза, лютте. Вашлияш, ушаш, нерым савураш огыл, кӱшкын алталаш огыл, а пырля иктеш ик йыргеш кӱстелыш шинчаш. Мыланна тиде эн тӱҥ задачыже, ала-могане чын корным ойыраш да лектышым ышташ. Тиде мемнан марий толкынышто шогышо
эн тюнь задачна, тидеч посна, немугане Марий калыкын ончыклыкшы, ок лий. Паша да ушныжо, ворангын шогыжо, юмо мыланна, пашашты да илышышты да полшыжо. Тау, ланда. Роза Садовина, мой муткош Тора, Крым, Кундем, Севастополь, Олавиштовна. Ником сыгана Кастаула, никона длинного. Муткош Келша, муткош Мотор Вер, муткош Мотор Пюртис, муткош Конем, Мари Калыкынден Пырля Улмылан, тыгай Мари Тувыр Шовырым Чен Шогал Мыланда, муткош Конем. Йӧратем, аклем, саклем, Мари Кумлемым, Мари Умемым, садланак шкемын возымо ик почеламутым лудын пунем. Мы уже кумлышем и Севастополь штилем. Мари улам маналдес. Мари улам. Марла ойлашым вожыл. Унар кочайын тукымжы улам. Арамак ломбын укшыжым ом тодыл. Арам ум ойлы шулдыран мутлам. Мари улам. Марла шонашым вожыл. Чал тукымемын йылмыжым шергем. А крет год секте йылмы полтен вожым. Кугу тиняште чапланен кыртмен. Мари улам. Марла мурашым вожыл. Мари мурсем шимчон гычын лектеш. Мурем эрдене, але умыр водын, туаҥше чоным муро левыктен кертеш. Мари улам, марла куршташым вожыл, шогал йолташ кертат гын пеленем. Тарвалте малыше чонетым родо, чолган тавалте кумылетым тарватен. Мари улам, мари лияшым вожыл, мари койшемым ончыктен моштем. Илаш кӱлеш лач илымына годым. Теньечи, тачи, тыште, ваш келшен. Тау! Кто это мутым налет мог? Уке ган кё тогда пеледы? Леш, как балдара нем, аля, кё тэш тулыт, леш, ёча блакан. Леш. Мой шунем, мут кочак сай, кё тачи тэш тулыт, леш ган. Вот, тэш вот Роза Садовина, Севастополь улавичен, дэ кумла... Шым. Шым и Севастополь улаштыйла. Шкеже тудо Турял районын ӱдыржӧ. Теве Леонид Канакаев, тудо мемнан деке Свердлов кундем гычын толын. Марий мер чолга еҥ. Васлий Ольош. Васлий Ольош и Булаев Алексей Мурызо толын улыда. Мер паша еҥ. Тӱвыра паша еҥ. Башкортостан Пошкырт кундем гычын мемнан деке толын. Башкортостан гычын эше мемнан деке толын. Анатолий Ерем. Палдарынем ыле тендан Александр Иванович Макаров, Наталья Пилашыж дене Микиров кундем гычын мемнан деке толыныт. Тиде моткочак ойла тудым, тиде верышке толмо шуэш, пӱртӱсшат моткочак сылне. Александр Речкин Мурызо, те тудым паледа. Самырык театрын директоржо, вуйлатышыже Александр Васильевич Бирюков. Вячеслав Сазонов, Мурызо Вячеслав, мер еҥ, Марий шылыж дене илыше. Мариел газетын тӱҥ редакторжо Светлана Пехметова шке пашажым шуктен шога. Вячеслав Валерий Мочаев, Мари мер каҥашшо вуйлатышын алмаштышыже. Кидетым нӧлтал, йоча-влак палышт. Кем ойлаш мондышым? Ами лекта мешаш, ого. Те лектат. Вот мый изишак ойлынем ыле, Игорь Кудрявцев каласыш шке нергенже, вот тыгай еҥ-влак тендан деке таче толыныт. Кажныже шке пашаштыже чолган шкенжым ончыкта. Тау. Голдышка. Бурзиков. Гена Барт, Гена Моля Григорьевича. Я понимаю, вам ну, Бурзиков клеш. Мы Марию вам, где уши айдема. Мы Мачай Валерий Александрович, Шардур Марий. И Фурзиков Владимир Александрович, Оршан Крыш. Ты верен пигал могодом туда администрации глава или посреднейшая. И паледа, чела мом йодом, да, чела шуктен. Без всяких бунтов. Без всяких бунтов. Молодец. Даже уже. Стол не накрыл тебе. Умеешь сказать. А что? Как есть, так и говорю. Ты все радушно это сделал. И сейчас получилось прекрасное место. Деревья даже выросли до такой высоты, что я даже не... Голова кружится. Да, кружится. Мом голосаж клеш. Мот как мы обидишь бельгей, молодым. Мы Мария идему вам, да, и Мария Калыкын историжым кузе. Келгыном, палыгынат, тугайгынат каласын керттам. Мы икен шонгы калык улна расишта. Копмышы.
И паледа, тиде мамиш бердей, да, Руслан Манаш, ключевая фигура в истории марийского народа. Ключевая. Таких вообще мало. Моны туда такая тюнга демолит. Паледа, ладкуд мушу курмуш-то. У нас мемна в ушку уже чет. Тершент позараш, да? Маридак не уталкнул, черемис сарлаком. Кум черемис сарлит. И мамиш бердей, кум шасаран лин он же. Лидер, полководец. И паледа, мы сигнал тун нам утату, ка рушку уже вижу шукрак лин Мари дечен, мы нам семену. Но история была, тати марте, архивушта, му ногу тал, мамиш бердеем пуст мэнерген. Протокол видал же, да ка? Ту уже не протокол кая. Кем ку нам пуста. А ту энергия нема тука. Паледа мы кузе рушку уже умленам тин дичвара. Ушанку уже лин. Ти айдем, мы шонем, пусто ногу тол. Тагай сарзавлак, шагаук, тиняште. Саллан, туда ту мумштену, кутрен келшену, весли му пену, мы шонем тудам Европу шолтену. Саллан, мы в участи маламан, да, пока идем, да, в участи маламан. У нам, мирани, мои истории, влак, шут Европу шку, да, и тут же кричал, мы такая уверен. Мамишна, конечно, весли му пену, но все равно каша же можешь лиешь, лиешь, килышка. Мина Мария история, это прыгает в Лозанне, Питерсте, Кировсте, да Московсте. Все! Ну, это граница потаж. Конечно, конечно, Европушка, Китайская, конечно, Турция. Турция, мне материал я, Мария Калак Нерген. Нигде меня был! Садлан, мамич Бердей, Руслан Манаш, это неисследованная история, неисследованная. И мы вот кучку выгишнем, что то, что меня такая верула, ну, бабушка Калаш, это хотя почему она верула. Расскажи, как мы открывали. Ну как? Товарищ идею дал, я буду по-русски, я по-марийски могу только 2-3 предложения. Вы уж меня извините, Марий Калак. Ну как? Надо, значит надо. Сделали, все. Я не буду задерживать долго. Дело сделано. Кызыпутым койна тошто крешен школышто тунемше влаклан, йоча влаклан. Петрок, мэй унукажа онарын улам. Мэй улам унукажа онарын. Шнуй кугезын юлажым саклем. Ордыжье кугыштэлюш она тудыч мэр она пуды колтем. Мэй улам унукажа чимбулатын. Чал мари уэмеши колтем. Кё каргаш он калагын мандемым, чонжым шнуй, отыштем, паремдем. Мэй улам унукажа кронушын, калыкемын цэнкунжым саклем. Кё шон кала гылташ сай пошкудым. Шнуй кердемын, куачым шарем. Шочынам гын мари мландывалны, ший памаш илыш вием пуэм. Шнуй пюртысын улам мэй айдемы, елталаш мари чапым пюрем. А кызыт мутым пуэна кугурур, кыдала школор тунем шавлаклан. Семён Николаевич, всё тугай черемис. Пуйто лук тут люмеды шланысым, ен валюм панерла куат, а лакёлан чекта черемисом, а лакёлан ватяка куат. Черемис, аш леку, а ле тарзе, кодын то, что гуч вол буду ой. Черемис, эрик саклыши сарзе, эрик саклыши, значит герой. А люмедыш дыч людынат шкеже, черемис юм воктен, берегись! Шоктын вузыжым жабын шоктеже, том жым кишна кучен. Черемис, черемис, аш леку, а ле тарзе, кодын то, что гуч вол буду ой. Черемис, элым саклыши сарзе, элым саклыши, туда герой. Черемис ли метлан и чеверге, вожыл шамерок мари калыкем. Ожны сэк ли на чулым эрге, кызытат ли метлан евертем. Черемис, аш лекул, а ле тарзе, кодын то, что гуч волгу да ой.
Черемис, чапан сапнуша сарзе, чапан сапнуша белый, герой. Николай Казаков, мой народ, Мария. Громыхая гулкими ветрами, сколько пронеслось веков над нами, сколько ниф растоптано врагами, сколько деревень объяло пламя. Горемычный мой народ, Мари, как сумел ты выжить в лихолетии, как сумел сберечь среди столетий облик свой, язык и песни эти, самые прекрасные на свете. Расскажи нам, мой народ, Мари, и в трудах, и в битвах за Россию, что тебя к высотам возносило, показал ты мужество и силу. Так живи, чтоб все прекраснее было, о, счастливый мой народ Мари. Каждый лантач пойнят это кагазом, кагазы, что сюрет,
Мария Унар, мамич бердей, да Унар, бед самыч. И сенгел же текст. Тиде муро мозен, тиде всем же мозен, Васли Олеш. Вот тиде муро, тиде пайремлан, у меня шо намашся гимндай. Вот тут сейчас, тут день пырля, мы челан, рыжге, текст ло, всем вам башке подберете, тут солировать, а лишь. Вот и он так же турлан, или варасовым крыня, мурмеке. Айста, рыжге, челан, тиде муро, гим семен муроня. Айста, он так пиралтена, мутын автор желан, тиде муран нанашкан, пору бутычен, пору сей вукшош, мутыч поста. Вот бутын возен талы меннаны, историка тулыш, поэта тулыш, оно енга тулыш, тиде Вячеслав Камилянов. Тутлан, мы кит совыштам обязательно, шо пиралтка, ман Николай. Ну, а мурожем, пырля муралтена. Онар кагел и тамалаш, жавшун калаклан болсаш. Онар кердетам кидашнал, ел нам лепда тушман осал. Ел дел буедам чубалат, вет калакна иже школат. Кеч малынат да ята пили, Килшимашты, парляли машты, жи! Челан, челан, Валерий Александрович, ужина Наташа Миндал.
Ты ончался, сейчас ты нам бакжимо и клонаешь, да? Варажем, мне ончал на, вот ты нам не надо клонала тонуть, ну, мне начинал. Ты до мордыч вара, мне, ну, то, что юла пуштек, айда, чулан пушенгышка, та сван полдина, а вара умбакжи кая, мондына, мне начинал, айда, сванат. Айда, солоком, солоком, та сван полдина, пушенгышка, вара умбакжи, мэй полдина, айда, солоком, та сван полдина. Айда, китам, штина, бутыге, штина, китам. Мамич! Айда, солом, крынга, штина, айда, айда! Друзья, нас сегодня попросили вам показать примерно, как выглядели воины средневековые. Вот. Ну, собственно говоря, здесь костюм раннее средневековье. Вот. Так мог выглядеть Марийский князь. Давайте, кстати, мы с вами немножко сыграем. Как думаете, кто из нас двоих более благородного происхождения? Сейчас, подожди. Надо почитать ведь вас как-то. Ты, наверное, потому что вот этих побольше. Закрыт, здесь закрыт. Думайте из-за кожаного. Серебро на грудях. Золото. Так, еще варианты. А вон он. У кого шаровары шире. Да, шаровары. Потому что куплено они. Или кафтан подороже. Так. Или закрыто вот этот. Да, вот это, он по этот. Он точно богаче. Он богаче, да. А это воин просто. Он закрыт еще вот этим. Смотрите, здесь надо немножко разграничивать. Мариец может быть богатым, может быть благородным. Да, есть. И благородство раньше можно было как понять? Если вы в раннее средневековье посмотрите, на ком больше цветного металла. Точно. Его не покупали, его род вручал за какие-то определенные достоинства. На ком сейчас больше здесь, цветного вот металла? Здесь. На тебе. На дядечке усатом. Вот. А вот если говорить про костюм, то его костюм действительно дороже. Почему? На нем больше ткани. Кожа у марийцев в раннем средневековье и мех были в большом достатке. Да, то есть это не такая большая сложность была, а вот ткани, особенно лен, да, или хлопок, к примеру, или шелк, их покупали.
Вот поэтому здесь дороже ткани, здесь больше каких-то заслуг перед родом. Да? Ну а остальные доспехи носили, как правило, именно князья для показания своего статуса. То есть обычные воины марийские, они доспехи не носили. Но это еще связано с тем, что сражаться они предпочитали с помощью лука, да, на дальнем расстоянии, вот, а в рукопашном бою с помощью топора или боевого кинжала. И доспех, он на самом деле сильно мешал этому процессу. Вот. Почему предпочитали боевые кинжалы и топоры? Потому что на нашей территории железо добыть очень тяжело. Да? Можно было тремя способами добыть. Вот. Кто-нибудь знает какой-нибудь способ, как добыть у нас железо? У врага отнять. Крица. Правильно. Трофей взять. Трофей взять. Так, а еще? Крица. Украсть болотное железо. Болотное. Крица, вот. Правильно. Правильно. Можно взять у врага, да, в бою. Можно выторговать у соседей, да. И можно добыть в болоте, да, так называемая болотная руда. Вот наше местное железо, которое в болоте добывали, оно было не очень высокого качества. То есть клинковое оружие из него бы не получилось. То есть сабля или меч. Вот. А вот топор или боевой кинжал вполне себе подходящее железо. Вот поэтому клинковое оружие тоже носили князья. Да, так как оно было дорогое, его покупали. Каким марийцы могли пользоваться оружием клинковым князья? Ну вот. Пара вариантов того, что могло у наших марийских князей быть. Соответственно, сабля могла прийти с востока, из Волжской Булгарии, и мечи, да, европейские от урусов, да, то есть от скандинавских воинов и от русских воинов. Вот такие штуки. Ну еще, да, могла быть такая сабля, ну или покажи еще тот. Ну и вот подобный клинок был найден на нашей территории, однолезвийный, в так называемой могиле варяжского гостя. То есть марийцы такие клинки тоже хорошо знали. Почему варяжского? Ну потому что здесь человек явно собирался отправиться в скандинавский рай. Видите, с одной стороны только лезвие есть, а с другой нет. Таким оружием невозможно бить на возврате, только, да, надо вернуть, ударишь, ну вот. Сложное оружие и тяжелое. Так, ну что, мы, наверное, вам покажем, как можно посражаться, да, как оно могло выглядеть в те времена. Вот, использовать будем снаряжение общее, да, примерно так выглядели в те времена все воины. Там была разница небольшая в оружии, естественно, в доспехе, самое главное в костюме. Вот. У кого-то, конечно, стеганый стеганит. А самое главное, никто не заметил, что я его убил раньше. Нет, я подошел и сразу... Нет, по ногам столько раз. Да. На самом деле не попал ни раз. Да. Не попасть, вот. Не попал. Так, ну что, чтобы было не так, как вы думаете, легко, дай кому-нибудь меч. Да. Кто там? Кто выпендривался больше всех? Нет, я тут это снимаю. Костя, возьми. Сейчас. Давай медалам. Шашки. Нет. Не медали, ты тут местный. Ты подыграешь это все. Алёш, попробуй. Давай. Во, Лёнь, давай. Вот как раз. Мы тебе поверим. Ещё не нам медалит. Колющие удары не наносятся, только рубящие. Попробуйте на меня напасть. А на КФК уже лида.
Давай, давай, Сега, Сега! А снег? А, все уже. Давай, давай, Алексей, или... Алексей, давай, или айда, айда. Айда, Алексей, давай, да, Алексей, попробуй. Я вообще не воякал, в принципе. Ну, кстати, у марийцев сражались не только мужчины. Ну и женщины тоже, да. Наталья Васильевна. Я... Сега, Виктор, ты не там была. Давай, кони хотят. Страшно. Не надо его. Попробуй. Давайте. Саша, давай. Потом, кто желает, еще можно. Как удобно, так и бери. Если левша, то ли можно левой. Хотя мне будет неудобно. Саша, давай один раз. Ай, он же фехтованием занимался. Сашка. Работала я с левшами. Все вышло. О, да, Саша, ты тот. Смотри-ка. Да. О, смотри. Да. Взял и сразу. Да. Еще? Ну что? Все, хватит. Давай потом поделим. Сейчас еще. А, Наталья Васильевна хотела? Не хочу. Ну, давайте, чтобы вы не думали, что совсем все легко. А деть попробовать? Вот деткам, давай ребяткам. Кто не хочет, здесь. Хочет, хочет. Вот я прям вижу. Давай, 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 давай. Можно померить, если есть желание. Одень, 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 да, оденьте. Фотографировать надо, кто фотографирует? Леонида Конакаева. Лёвый. Не просто. Давай фотографируйте, фотографируйте где-то. Одежда? Ну так же, да. А надо вон фоткать, Ларис, не надо. Давайте. Анде мутом пуем. Вот у нас еще в гостях, значит, Валера Ермаков. Он изготовитель ножей. Вот это нож, нож, марийский нож, черемийский нож. Вот это реконструкция, какой век? Валера, какой век? Ну, это 10-й как раз. По раскопкам марийских могильников 9-11 веков, то есть много лет назад, я встретил одного из реконструкторов, наверняка кто-то его знает, Александр Акилкбаев, он сотрудник, как правильно, археолог он или историк. Да, 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 марийский национальный. И, соответственно, в его реконструкции я увидел нож и, соответственно, спросил, что, зачем, почему. Он сказал, что основное отличие ножей марийских захоронений – это наличие вот такой вот оплетки. Ну, естественно, понятное дело, что у богатых людей это был металл, в данном случае проволока, да, оплеточка вот эта защищала клинок, вернее, не клинок, рукоятку от растрескивания, да, то есть если нагрузку давать, то вот здесь может лопнуть рукоятка, чтобы она не лопалась, ее обматывали. Кто-то обматывал кожей, кто-то веревкой, ну, люди побогаче обматывали, соответственно, различной проволокой, в том числе, например, серебряной или латунной, ну, как показать статус, соответственно. Это боевая или нет? Ножи, они все хозяйственные, потому что с ножом против меча, ну, это смешно, зарубят сразу же, соответственно, это же не кино, вот. И, соответственно, моя задача, я, естественно, заинтересовался, попросил Александра поподробнее этот моментик рассказать. И сейчас делаю стилизации марийских ножей, то есть есть три основных размера, то есть это небольшой елташ, вот это вот черемис, средний размер, и вараж покрупнее для тяжелых работ. И как всегда говорю, то есть вот, например, приезжают в Оренбург, что берут? Платок. Тулу, тульский пряник. Ну, самого. Приехать в Вишкаралу и брать водку и алташ, ну, блин, несерьезно. Правильно. Мы всем дарим, друзьям. Поэтому, соответственно, надо дарить нож черемис или алташ, чтобы был хороший товарищ. Вот. Это вот
Это лучше тебе рассказать, потому что я тебе сделал, и смотрю, лучше в этом плане знаешь ты. Вот его нож подарили Путину, Владимиру Владимировичу. А вот это боевой черемисский нож, боевой, называется коготь ведьмы. Юзукичи. Почему молан такая форма? Если взять обычный нож, вот идет, вот один всадник, да, а хитрый черемисин подкрался к лошади. Если на седло под сиденье вот этот вот такой нож воткнуть, он воткнется лошади в живот. А вот таким ножом он подкрадывался под всадника, срезал седло, всадник падал, и второе действие было. Он не убивал, он обездвиживал противника. Ну, и второе значение этого ножа юзукичи тидемо знахарский. Юзукичи. Ну все понятно. Юзук вот. Не волшебный, что ли? Да. А ты увер мандара, ведьма. Юзукичи. Вот. И вот. И еще Валерий, он участвует во всех. Есть всероссийский конкурс ножей «Клинок», выставка, да, он везде участвует. И вот ножны тоже, это реконструкция, да, вот так вот. Ну, это. Не совсем чисто, то есть если с точки зрения реконструкторов говорить, то мои ножи не являются чистой реконструкцией, потому что, все-таки все равно мы делаем все из современного и тому подобного, это стилизация на тему, то есть, как-то так вот. При полном сохранении функциональности. Да, при полном сохранении функциональности. То есть с точки зрения именно реконструкции как реконструкции, то это, конечно, не в чистом виде реконструкция. Это стилизация на основе, на той базе, которая есть. Теперь... Могу сказать, что у меня есть ваш нож. Мне Виталий как-то, да, подогнал, подарил. Ножи не дарят. Ну, не важно. Он у меня появился благодаря тебе. Я ему подарил ему ножны, а нож вручил. Да. Этот нож я сейчас использую в ритуальных действиях своих. И кто бы он мне не помогал, они все отмечают исключительное вот это качество ножа, которое и по руке, и по функциям. Очень благодарен, спасибо огромное. Руку пожать и 3 дня не мыть. Сейчас можете вот с реконструкторами, с ним заключать, как говорится, контракты, можете фотографироваться на память и ему заказывать ножи. Каждый Марин лишаш, Мари, кизе. И после этого все идем на трапезу туда.